А что-то у нас бабушка взбесилась. Что случилось теперь? Уважаемая жительница Воровского района. 34, К2, строение 1, первого подъезда. 15 этажа, квартира номер 49. Слава богу, хоть квартиры выучили. Почему не берем звонки? Да что ж вы бляди? Да что вы бляди? Сейчас вот калькулятор достал, я буду считать нахуй. Так, за воду 7500 рублей. Дальше, за свет, ах, суки, 9550. Плюс 13500. 9500. 50. Ах, суки. За газ 1550, да? Да. Там написали мне тоже. За лифт. Вообще охуели. 5500. Наконец-то за консервы. 9500. Так. Итого. 37. Бабушка, у тебя точно инфаркта нет? Вот сюда моя сопинцу. Любит, хай, рано. Зато ходит, хвалит, они, блядь, цены тянут. Ну, блядь. Бери лучше. Беру, блин. Ноль. Бабушка, а как ты будешь звонить? Конечно. Ладно, ноль. Пилип. Сморичник. Этот работает всегда на мобильный. Алло, тут... Пилип! Скворечник. Давай я позвоню. Просто кто и кто, привезли, забыл зажать вот это. Так, 1-1-2.